Доме музея Марины Цветаевой проходит выставка художника-авангардиста Александра Николаевича Лозового. Выставка называется «Далмация Колхида», и это не только география жизни и творчества Александра Николаевича, но и некая амплитуда стилистики, в которой работает замечательный художник Александр Лозовой. Ну вот, в частности, я стою рядом с работами, которые выполнены в технике авангарда, а так на выставке есть работы и в технике монотипе, акватипе и других авторских техниках Александра Николаевича. И надо сказать, что иногда наши гости, когда приходят в музей на эту выставку, даже предполагают, что, переходя из одного зала в другой, попадают вообще на выставку другого художника. Я думаю, что это такой примечательный факт, отличающий всю широту творческого начала Александра Николаевича. Мы очень рады, что эта выставка состоялась, что она проходит в стенах этого дома. И особо хочется отметить один из залов, посвященных Абхазии, Японии, Черногории, Сербии. Это работы, наполненные солнцем, светом, теплом и летом, которые вот действительно к этому московскому долгожданному после пандемии летом стали настоящим подарком для всех, кто приходит в этот дом. В музее Цветаевой в Москве открылась моя выставка, на которой представлены работы в разной технике. Есть в технике монотипе, есть близкой к экспрессионизму, а вот в этом зале работы, как бы выполненные в традициях авангарда. Сама выставка для меня это очень много значит, потому что одно дело, когда работа сложена у художника в мастерской, а когда он видит все это на стенах, то у него у самого невольно возникает уважение к своему собственному творчеству.